Здорово, народ! Ну что, покалякаем о делах наших скорбных. Ну что, друзья, сегодня хотели совместно с гроссмейстером Иваном Трофимовым записать интересный стрим, но ничего не вышло из этого. Сейчас вот запускал компьютер, до этого у него просто выключался монитор. Сейчас уже он автоматически сам полностью выключается. Почему так происходит, я стал выяснять ситуацию и понял, что виной этому графический процессор в видеокарте. Почему? Есть такая программка записи видеостримов и видео. Называется OBS. Хорошая программка, я ей давно пользуюсь. Но сейчас у меня уже компьютер очень старый, около 10 лет, если не больше. И вот он уже, ну, так скажем, устал работать, все, говорит, пора на пенсию. Поэтому он выключается автоматически. То есть, в принципе, друзья, я сейчас могу записывать видео вот на телефон. Я сейчас снимаю на телефон, то есть могу расставлять шашки, допустим, вот на такой доске, да. Но не более того, стримы я уже не смогу вести. То есть, какие-то конкретные видео там с мемами смешными тоже не смогу записывать. Потому что, ну, компьютер не выдерживает нагрузки, уже старенький. То есть, какой из этого можно найти выход? Кто-то предлагает, говорит, размести карту, будем скидывать там, ну, желающие. Я думаю, что, во-первых, таких желающих будет мало. Во-вторых, ну, как бы, я, конечно, нищий, друзья, нищий, но гордый. Если я захочу у вас клянчить деньги, я выйду на паперть, и буду стоять с протянутой рукой. Но у меня такого желания, слава богу, нет. У меня есть желание честно заработать деньги на новый компьютер. Я посмотрел стоимость таких неплохих компьютеров. Где-то около 30 тысяч. Может быть, даже дешевле что-то можно найти. То есть, в принципе, я какой выход вижу из этой ситуации? Чтобы записывать новые видео и стримы, мне надо заработать новый компьютер. Чем больше у меня будет учеников, тем быстрее я заработаю на компьютер и смогу радовать вас новыми классными видео и интересными стримами. То есть, друзья, если хотите поддержать канал, записывайтесь на тренировки. Через Skype я веду тренировки. Ссылочку на свой Skype оставлю в описании ролика и в комментариях закреплю. Так что пишите, звоните. Ну и давайте поможем Олегу заработать на новый компьютер, чтобы он мог честно зарабатывать на свой хлеб. До свидания, друзья. И давайте воевать только на шахматной и шашечной досках.